Последние недели августа принято посвящать предучебному шопингу. Родители собирают в школу детишек, подростки выбирают образы, чтобы произвести впечатление на одноклассников, абитуриенты на студентов и преподавателей, а шопингит заботится обо всех сразу. Каждый должен быть одет, обут, утеплен и уверен в себе и своих покупках. Ну а чтобы вы не тратили время на обход всех известных магазинов, вот вам краткий обзор осенних новинок с прицелом на похолодание. Во дворце кожи и меха представлена новая осенне-зимняя коллекция. У нас вы можете приобрести мужскую, женскую и детскую верхнюю одежду. Сейчас действуют специальные цены. Кожаные куртки от 2500 рублей, кожаные пуховики от 10 000 рублей, пальто из кашемира от 8 000 рублей. Кашемир собирают и обрабатывают вручную. Этих горных козочек не стригут, как овец, а вычесывают специальным гребнем. Пух с их шеи, груди и живота легкий, очень мягкий и теплее овчины в 8 раз. Такие пальто уютные и элегантные одновременно. Но если хочется отступить от классики в сторону чего-то более дерзкого, примерим кожаный плащ или куртку. Прежде чем сырье превращается в дизайнерскую вещь, проходит не меньше 100 дней. Раньше для окраски придубления кожи использовали кору дуба, скорлупу грецкого ореха, кору ольхи и мимозу. Но теперь палитра расширилась в сотни раз. Буквально пару лет назад коллекции шокировали консерваторов избыточным декором и сочетаниями немыслимых красок. А теперь дизайнеры успокоились. Модели не потеряли необычность, но стали более сдержанными. Нестандартный цвет уравновешивается простотой форм и отсутствием воротника, манжетов и отделки. Принты под рептилию не выглядят агрессивными за счет приглушенного цвета основы и строгого силуэта. А модные косухи особенно эффектно смотрятся на хрупких девушках в летящих платьях. Все изделия можно приобрести как за наличный расчет, так и в кредит. Мы сотрудничаем с 5 банками. Ждем вас ежедневно с 10 утра до 20 вечера. Иногда кажется, что мужчины не одеваются ярко лишь потому, что им лень уделять время многочисленным примеркам и поискам своих оттенков, хотя бы в пределах коричневого, горчичного и синего. Надвигающийся сентябрь – отличный повод наконец поэкспериментировать и раскрасить свой осенний гардероб.